Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня буду делать помпонную георгину. Для этого мне понадобится насадка «Русский помпон» от Ларисы Лазаревой и Владимира Тюрина. Ссылка на мастера под видео. Для основы у меня насадка круг номер 9. И серединку буду делать насадкой круг номер 2. Здесь окрашен крем желтый топ-декор и немножко добавил оранжевый. Середина цветка будет розовенькая. Добавляла буквально пол капельки вот на такое количество крема. И немного буду припылять сухим распылителем, чтобы был более плавный переход. На AliExpress он называется фруктовая пудра. Стараюсь сделать повыше основу. Выдуваю шарик для серединки желтым кремом и немножечко просто сделаю фактуру на этом шарике. И начинаю делать цветочки. Верхний рядок стараюсь немножко закрыть вовнутрь. Насадку протираю, мешок подкручиваю. Просто прижимаю и разрезаю вверх, веду. Можно здесь добавить. Меняю розовый крем на белый и продолжаю. Уже делаю немножко прямее. Следующий рядок стараюсь уже делать более прямо. Слегка отвожу вниз. Стараюсь смотреть сверху. И еще больше отвожу вниз. Thank you.
еще рядочек, еще больше вниз. Покороче и вниз. Вот такой почти округлой формы у меня получился цветок. Стараюсь очень аккуратно припылить немножко распылителем. Здесь вверху перемычка, я ее держу вверх. Если сильнее нажимаю, выходит покрупнее лепесток. Вот так немножечко подровняем. Еще окрасила крем лилово-фиолетовым, Color Gel. У меня здесь краситель. Немножечко совсем добавила. И буду припылять сиреневым сухим распылителем. Thank you.
Торт у меня уже выровнен, он 21 сантиметр в диаметре. Описание состава торта под видео. Украшаю торт при помощи белково-заварного крема на пектине. У меня ушло 2 порции. Порция 125 грамм, значит на 250 грамм белка. Окрашен крем при помощи красителей Америколор номер 164 и Кредо номер 33. Сначала развела вот такой интенсивный цвет, а потом понемножку добавляла в белый. Листики буду отсаживать при помощи насадки галочка. Здесь у меня зеленый топ-декор и немножко добавляла вот этот фиолетовый. Сначала думаю отсадить цветы на подложку. Сильно большую сделала основу. Прямо с этим надо поаккуратнее. Еще приготовила несколько цветов на конусах. Здесь подрезаю пониже основу. Отсаживаю зелень. Вот такие помпонные георгинчики сегодня расцвели на моем тортике. А я буду с вами прощаться. До свидания, мои дорогие. До новых встреч!